Приветствую вас. На самом деле, мне бы очень хотелось, мэр Уэрт, если это ваше имя, уточнить у вас, какой помощи вы бы хотели от нас. Потому что я прочитал ваш вопрос, прочитал ваш текст, который вы написали, и, признаться честно, кроме вашей позиции жертвы, которую вы демонстрируете, и, в общем-то, проблем с построением отношений с мужчинами, что-то еще выделить у меня не получилось. То есть мне кажется, что проблематика, она в первую очередь именно в этом. Ну, допустим, не можете вы самостоятельно как-то вот отдельно жить. То есть это бывает. В таком случае нужно встретить мужчину, да, и, значит, построить отношения с мужчинами, вот. Но вы же и этого по какой-то причине не делаете. То есть одного мужчину вы встретили, от одного мужчины вы по какой-то причине родили ребенка, вот. Почему-то у вас не сложились отношения с ним. Кстати, вы об этом ничего не написали. Почему не сложились отношения? И все, и больше у вас нет мужчин. Вот. Такое впечатление, что больше вы в отношениях не были. Вот. И очень важно, на мой взгляд, понять, почему так. У этого должны быть причины, и с этим нужно разобраться. Вот. Что касается всего остального, того, как вам, к примеру, вести себя и что вам делать, то, знаете, можно научиться технике без конфликтного общения. Можно научиться технике без конфликтного общения. Сделать это не так сложно, как вам, к примеру, может показаться. Вот. Ну, для этого требуется просто усилия, да, для этого нужно будет приложить усилия, чтобы научиться, но в целом это вполне себе осуществимо при наличии у вас желания это делать. Вот. Можно посмотреть на вашу реализацию. То есть, чтобы вы раскрыли свой творческий потенциал, да, вот, ну, в большей степени, чтобы вы в большей степени себя смогли реализовать, и чтобы вы смогли обеспечить себя адекватным, допустим, ну, к примеру, адекватным жильем, да, и так далее, вот. То есть все это, в принципе, тоже можно сделать. Вопрос только в том, хотите ли вы. Вот.
сейчас, на данный момент, вы находитесь в роли жертвы. Эта роль жертвы, которую вы сейчас занимаете, ну, на мой взгляд, весьма вам вредит. Вот. Понимаете? И мне кажется, что если вы, значит, хотите свою ситуацию, ну, ситуацию свою изменить, да, если вы хотите, чтобы ситуация изменилась, то для этого придется что-то делать. Для этого придется что-то менять. Для этого придется работать над собой. Вот. Знаете, вряд ли можно ожидать, что мы возьмем и подскажем вам, как и что вам нужно делать. Вам нужно самой, захотеть что-то менять. И тогда, я думаю, все получится. Вот. Вот так. Значит, еще раз. Определите, что вам нужно. Определите, чего вы для себя хотите. Вот. И будем работать в этом направлении. Вот и все. Вариантов других у вас нет. По-другому вы не сможете ничего изменить. Вот. Надеюсь, что вы поняли то, что я хотел вам сказать. Надеюсь, что вы сделаете для себя выводы. Вот. И запомните, что не бывает безвыходных ситуаций, абсолютно безвыходных. А бывает скорее убежденность, что сделать ничего нельзя. Но это не так, потому что всегда можно что-то изменить. Да, вы потеряли сейчас контроль над своей жизнью, но все это можно исправить. Главное, чтобы вы хотели этого. Вот. Главное, чтобы у вас было желание. А мы поможем. Посмотрите, для начала в интернете, значит, треугольник Карпмана. Это вам для ознакомления, вот, чтобы вы понимали, о чем идет речь. И после этого уже обращайтесь за личной консультацией на терапию.
Вот. Будем, собственно говоря, работать. Вот. Будем работать, будем разбираться. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, значит, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго. Я желаю вам, чтобы вы обрели гармонию, я желаю, чтобы вы нашли себя, я желаю, чтобы вы значит, все-таки обрели самостоятельность, вот, и я надеюсь, что вы все-таки будете счастливы. Вот, но опять же очень важно понимать, что без личной работы, без индивидуальной работы, в том числе над тобой, не получится. Вот. То есть вам нужна поддержка психолога и формирование внутреннего ресурса. Желаю вам удачи!